Доброе утро, дорогие друзья и гости моего канала. Друзья, сегодня мы выкапываем картошку. Приехали мои дети, моя сваха. Сейчас подойдем поближе, посмотрим, что за урожай у нас нынче. Как много накопало. Дождей у нас уже нету больше месяца. Ну, в общем, отличный урожай, друзья. Когда соберем, еще покажем. Сваха, помаши рукой, свахи. Ну-ка, Костя, махни. Это моя доченька. Там мой Гавриил приехал, привез нас вчера с Дани с Казани. Картошку копать. Он бы не приехал бы, но просто надо, оказывается. Ну ладно. Все, пошла готовить. Бишь бармак. Бишь бармак. Ох, капуста хороша. Ай-яй-яй. На улице жара. Сейчас выкопают картошку и будут нырять в бассейн. Вон у меня дедушка кормит утей. Утей пошел кормить. Я еще до сих пор не показала уток твоих. Потом покажу. Иди корми. Пока иду, друзья. Покажу вам еще раз. Я каждый день бегу к ней. Думаю, что она тут друг на друге цветет. Посмотрите. Раз, два. Два, третий, четвертый, пятая, шестая. Вот уже все. Тут будет седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Короче, двадцать будет бутонов вот таких. Обалдеть. Фу, жара, 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 жара. Жара по пути уж. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, я сегодня только разглядела вот эту красавицу. Два дня не была дома и столько изменений. Вот. Так. Так. У меня в огороде копают картошку, у меня тут варится говядина. Буду готовить бишбармак на обед. Картошку выкопали. Так. Теперь уже собирают. Вот такая картошка. Я думаю, что неплохая. Ну-ка, Дань вновь собирает. Как он хотел мне помогать вообще. Моя Мариночка любимая собирает. Да, Кость, да. Молодцы. Пойду посмотрю, кто там еще. Хорошая картошка, Марин? Да. Молодец. О, Максим мой золотой. Кот в сапогах. Собери, ну-ка помаши. Скажи всем, как тебя зовут. Я Максим. Да, да, да. А это кто? Ну-ка. Сваха моя, любитель, помогай. Там дядя наш казанский. Молодцы. Дядя. Все, сейчас соберем и на бишбармак за стол. И на бутылочку. Само собой, сваха. Попробуй не поставь. Так, вот и закончили. На вечер оставим вот это. Ура, собрали! Наконец-то! Ну? Ура! Молодцы, молодцы. Слава Богу. Спасибо, Боженьки. Работу закончили, картошку выкопали. У нас бишбармак, рыбка, горячее копчение. И вот все мои помощники. Мои дети и я. И я, друзья. Спасибо вам всем огромное. Все, друзья, если вам видео понравилось, как мы картошку выкапывали, как мы сидим, то ставьте нам лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Пока-пока.